скорчена зима, земля белая. Ой, земля уже стала. Ой, это сбоку вообще как вот. О, метель пошла, ничего себе, то бедронки это было только начало. О, где настоящая белая земля. И вперед, фуры идут все в тумане. Угу. О, метель, так метель. Накрыло, облако снежное опустилось. По дороге с Белостока на границу, на Бобровнике. Там лес будет зараз давно. Круговой мост. Там лес. Что? Или на YouTube. На YouTube. Канал мою свой выкладываю. Ну все, что вижу, то пою там или как. О, на фоне леса-то видно, что прямо как. Шесть подписчиков. Я начал выкладывать. Про Польшу как бы смотрят, церковные что-то клюют, а страны посмотрел отовсюду. Ну, Беларусь первое место, потом Россия, Украина путают, Польша, ну иногда Польша на второе, и Америка долго висела, не знаю, кто с Америки смотрел, пятое. А теперь Латвия что-то перескочила. Да, искать это. Константин Дериндер. Все. Да. Блогер. Ну, не блогер так, типа канал называется так. Не оканчивается уже, сколько едем, метет и метет. Люди в Беларуси, может и так, но... Не хватит памяти, лучше это. Я это все уже снимать не буду. Так хороший кусочек. Константин там и набил как паспорт, и Константин. Или по названию, что там, у тебя была последняя парк, эти королевские лазенки, так, Варшава. О, еще опять больше, тут было немного меньше. Ну, в Забайкале, когда служил в армии, в июне, сантиметров 15-20 навалило за нож. Я спали в палатках, выходим, ничего себе. А это не растаял. Там первое снимал, там не так вот, конечно, видно. На улице 1 градус? No. Минус или плюс? Плюс пока. Плюс пока. Ну, на ночь передавали заморозки, будут, не будут, неизвестно.
нет, опять. Впереди. Намерзает. Ну, потому что на ветру намерзает, получается. Объединение. Ты не спишь, Надя, там? Нет. Тоже за снегом наблюдаешь? Да будет больше подписчиков, но больше лайков. Ты сама 5 раз просматриваешь, чтобы больше просмотров было, да? Нет, с разных стран. Статистику открывал. А откуда только нету. И... Хватает. Испании. И Турции, и Казахстан в одно время тут много было. Да. Это всюду. И Армения. Да все страны. Европейские половина. Канада. Ну, с Америки-то 5-е место все время долго висели. Вот вчера или позавчера, смотрю, Латвия появилась. Ну, основные, говорю, Беларусь, потом Польша, Россия, Украина. Ну, тусуются за то и за то. А, ну все, уже заканчивается, похоже, да? Да. Заканчивается, там начнется. То есть это мы от тучи вырвались. Ну ладно, что сниму фуры. Не зато бы на штамп на оттенок. Скоро и до границы доедем. О, ничего себе. Вылетело оттуда за стекло. Намерзшее. Ну, лесник выехал. И на полях. Тут прошел, о, белое все. Белое, ну, тут уже прошло. Не, опять же. Больше снега было, но. Ага. Значит, уже прошел снег, да. Так, это городок, так? Валила станция. А, это уже валила. Ну, поворот на городок. О, обочина белая. Ладно, будем снимать пока. Ну это ладно. Это ремонт дороги. Снять можно. Я хотел с пнушками снять этот забор, все забываю. Ну, около Реала, который перед Реалом. А тут на
пауза короткая, да, Надя? Ну, если паузу делать, то пауза короткая, так? А? А потом, ну, через сок она отключится. Точно на полчаса? А то можно было бы... Сейчас во виллы проедем. Ну, посмотрю, как там снега много, немного. А потом уже включить перед границей будет одно видео. А нет, опять увеличивается. О, вот там точно видно, конкретно вся белая. О, ничего себе! Пятерка, ты смотри. Домой спешит. Обгоним мы тебя в колейке, не гонись. Устуды из новинами валяла ёшка. От городка пару минут и граница, так? Минут 5. А, ну. О, подпрыгивает на капоте. Вот, вот видно. А там вообще сугробы налепило перед машиной. Еще кто-то. Пятерки домой спешат. Давай, давай, семерка. Тунеядцы, да, поехали? Ветераны. А, ветераны. А где ленточки? О, опять пошел. Этот не спешит никуда. На это поле. Ну, а там дальше чистое небо, там уже не будет на границе. Может, в Беларуси нету снега. Да, и обочина чистая. Что я нажимаю на паузу. Остановили на пароходе Надя. Вот это, да? Хотел провести у Польши 43-годовый громадянин Беларуси. Функционеры открыли в его машине скрытки под полами и у подлозе багажника. Оказалось, что внутри находились 680 монетов номиналом 5 копеек. Как кажет Матвей Чернецкий из пресс-службы Белостокской казначейской администрации. Что-то они с этими копейками непонятно. Ну все, перед границей снега нема, чистое небо красивое. О, ну как хорошее. Солнце светит. Рассосалась.
насобирались эти пятерки, семерки. Стоят, ждут. Фуры-то, фуры прошли. Приехали.